Надо проверить. Да!
наставника. Умри!
Thank you.
дело на Наксисе. Ты нашел мать? Нашел, Варнава. Чудесно! Может, теперь сможем? Вот дела, Блок. Мы уже знаем, что он отравляет все вокруг. Теперь они взялись за Спарту. Из-за них люди будут сражаться как псы, пока мир не погрузится во мрак. Нужно помешать им. Что ж, туда и направимся. Я рад, что ты со мной. Еще кто-нибудь выжил? Их взяли в плен. Меня решили не тащить на Парос. Что случилось? Мы прибыли с миром, а они напали на нас. А что с вашим капитаном? В плену. Куда его могли отвезти, интересно? Они хотели связать его и оставить под палящим солнцем на камнях. Зачем сохранять ему жизнь? Шантаж. Он очень важен для Феникс. Я найду его. Отомстим. Это Юнес. Он совсем плох.
Капитан! Наконец-то! За тебя щедро! Приветствую тебя! Всегда тебе рад. Тебе что-нибудь нужно?
спрашивай, если что-то нужно. Сюда нельзя, уходи. Дигнете! Нужна помощь!
Белый барский мрамор. Может добавить красного? Я помирал своей девке. Гражданная свобода. Я у тебя в долгу. Благодарю тебя.
Теперь я. Тебя не просто убить. Я знал, она пришлет помощь. Спасибо. Надеюсь, Феникс тебе щедро заплатит. Скажи ей об этом. На Паросе творятся странные вещи. Что-то здесь неладно. Что ты видел? Там были чужаки. Не с Пароса. Один из них в очень странной маске. В маске? Не знаю, кто это был. Пора уплыть с проклятого острова. Я знаю дорогу. Скажи, Феникс, что ты видел? Конечно, сразу же.